Время остановилось. Для меня время остановилось после ее ухода. Я снова встречаю рассвет в этом городе-пустыне. Это мой город. Я ищу в нем покой, но не нахожу, хотя его сонное серое утро пахнет так сладко, и сны тысяч людей медленно растворяются в утреннем воздухе. Когда-то здесь было болото, мы осушили его, но там, в глубине этой черной земли, оно готовит нам свое месть. Город неудачников. Я один из них. Все мы хотим сбежать отсюда, но страх держат нас связанными вместе. Мои дни закольцованы. Это точка отсчета, когда восходит солнце. Я буду идти вперед, чтобы завершить этот день, чтобы понять все, вернуть ее. Воспоминания о ней держат меня на плаву. Этот отрезок несколько летних месяцев перевернул весь мой пыльный мир. Ее улыбка была моим солнцем. Ночи не было, был только нежный теплый свет. Первый день осени я проснулся один. Телефонный звонок вырвал меня из забытья. Сухой голос сказал мне о ней. Кома. Голос уставшего врача звучал в трубке. Все оборвалось. Все. Это не конец. Я верю, что это не конец. Я буду жить, я буду идти вперед, только ради того, чтобы однажды увидеть ее глаза открытыми.
Я вот одного не пойму. Зачем ты так себя изводишь? Прошло уже полгода. Смирись ты, оттуда не возвращается. Она в коме, понимаешь? Ну день-два, неделя. Предел. Копский, прости меня за примату. Чудес не бывает. Это поганый мир. А нам надо кушать, денежку зарабатывать, а не сидеть с утра до вечера в белых палатах. Да я понимаю все, Коленька, понимаю. Но я не могу по-другому. Хватаю за последнюю надежду. Только вот именно поэтому живу. Сегодня Вера был врач из этих нетрадиционных. Он все руками на ней водил, бубнил что-то. Потом подходит ко мне такой весь просветленный. Говорит, чую свет, слышу голоса. Ищи противоядие, сынок. Я смотрю на него, и знаешь, вот мне смешно и тошно одновременно. Ты прости меня, Коленька, я все понимаю. Все понимаю. Надо с головой в работу, это поможет. А работа у нас завал. Сегодня приходил клиент, художник, Альберт Спирон. Ну, ты знаешь его. Он лицо нашей тырской богины. А кто же зад? Ну, мастерская у него в доме художника. Этих клиент. На Машкарю. Можно сейчас ходить. А что с ним стряслось? Шедевр украли. 19 века картина. Давай через час там встретимся. А я пока по делам. Давай. А что это у вас на руке? Что это? Что это, я спрашиваю? Вот вам какие художники нравятся? Постойте, сейчас я угадаю. Билов, Грязунов, Капронов. Их все любят, потому что мозг включать не надо. Это со мной. Я лелеял эту картину, как светоч не угасаем. Моя Офелия. Это последнее напоминание о том, что нет больше искусства. Есть только куклы надувные. Портреты.
колбаса! В ларьке выглядит живее, чем эти трупы на холстах. Простите, меня наболело. Давайте к сути, что ли. Прихожу, ее нет. Двери, окна заперты. Ключи у кого есть? У консьержки. Альберт Александрович, а не подскажете, что это у вас тут за циферки такие интересные? А это, матушка, размер холста, код создания, ну и цена, конечно. Ладно, пойдем к консьержке, здесь все ясно. Зато капроновый в золоте купается и с сильными мира сего шашни водит. Пидорасы. И коротко о главном. Михаил Дохарковский осужден на 130 лет колонии строгого режима. Оксана Бородина раскрыла секрет третьей ноги. Медики в шоке. Девочка-призрак ворует бетон со стройки. Репортаж нашего специального корреспондента. Спас Михайлов признан золотым голосом Тивери по версии журнала «Корп». И главная новость дня. Тивер прощается с Михаилом, другом. Михаил, красносолнышко, друг! Добрый вечер, Крянина я, Петровна по батюшке, мир его праху. А вы кто такие? Решил пополнить образ Насти черными татуировками. Татуировки были нарисованы черным. Я вся во внимании. Скажите, Криалина Петровна, у вас есть ключи от мастерской Спиронова? Были. Да сплыли. Рябиновая Тыверского края. Хороша девка, мне бы ее годы. А я стану дикой кошкой, заползу себе в окошко. Любви все возрасты покорны. Кто сказал? Александр Сергеевич Ленин. Дети, дети мои, детушки, что за баба такая, Тукачева, поматросила его и бросила. Миша, Миша, по что ж ты нас, на кого ж ты нас, оставь! Что с ключами-то? Ты дёрг тут один. То ли бомж, то ли профессор. Космы смоль, стенки смоль, шрам от уха до уха. Тунцевич, господин, себе не показывай. Тьфу-тьфу-тьфу. Прощайте, Ирина Петровна. И тебе пока, молчун. В эфире телеканала «Канал» передача «Добрые советы на всю оставшуюся жизнь». Когда вы накладываете корень пиндерея на больное место, продолжение сопутствующих болей перекрывается всплеском былой активности заговения. Выстоявшиеся в катке заиндевелой воды пучок из стропа камтелевидного порежьте мелкими ступенчатыми тетраэдрами и принимайте не чаще 3 раз в день до еды. И в дни лечения советую принимать паровые ванны из скороспелого золотопонного куса. Колян, ты иди, а я тут проверю дело одно. Да ёктать, опять ты с цифрами долбишься. Семен.
Мне уйти надо, одевайся. Горький запах разлуки, сладкий запах побед. Все исчезнет и вдруг появляется вновь. Лишь когда ты поймешь, что ее больше нет, ты узнаешь, как пахнет любовь. Алло? Да. Милейший друг мой, это не ты подослал ко мне этого викинга? Мне кажется, он слишком много знает. Что? Нет, про дозаправку он не знает, но он спрашивал про цифры. Твою мать. Мне нужна дозаправка. Пароль. Офелия. Клуб Ливер. Спросите Фику. Ты выглядишь как упряженный. Зато ты, Колян, натуральный очень. Я знаю этот наркоманский притон. Там заправляет такая сочная баба по кличке Валькирия. Да хорош. Валя Кирсанова. Она, сука, больная на всю голову.
как бы не спалиться, а то подвесят за яйца. Кстати, наш безвременно почивший Альберт звонил именно ей. Так что расслабься, Колян, и получай удовольствие. А вот и зад. Это ясно, когда президент Франции признал, что без поддержки арабских государств план обречен. Вы меня искали? Нам бы дозаправиться. Какой крепкий юноша. И не пахнет. Свеженький мальчик мой. Только мой. Виктория, заправь деток. Сегодня праздник у девчат. 200.
Привет, Рубик. Дай мне в рыло, это реальность или сон? Что за отходняк с этих чертовых колес? А я как огурец. Водку будешь? Не, я пивко. А ты заметил, как девушка на картине похожа на мою Веру? Ты все еще бредишь. А, я ж тебе не показывал. Забыл, вернее. Теперь я точно ни хрена не понимаю. Значит, это сон. Странный сон. Даже два. Даже три. Голова козла. Коля. А ведь это ты, Коля. Тот козел. Да все мы здесь. Тыверские козлы. Копские, все. Тыверское пиво. Лучшее пиво Тыверского края. А мне снится только это с рекламы. Тебе надо на воздух и пиво. Пиво лучший лекарь и друг. Михаил, красносолнышко, друг. Ковский, пойдем за пивом. Лучшее пиво Тыверского края. Ладно, Колян, не парься ты про козлов. В моей голове какой-то новогодний винегрет. Мне кажется, кража картины, смерть Альберта, это безумная валькирия и кома моей Веры – это все часть одной головоломки. Встречаем закаты на старом мосту. Вика. Не Вика, а Виктор. А, мля! Вчерашний трансвестит. Я думаю, оно что-то знает. Да не знает оно ничего. Просто запало на тебя. Вот полководец Луков тоже что-то знает. Смотри, что-то зажал в кулачке. Рубь. Похоже, отдали мне глаза. Весна наступила.
Зенки – смоль. Космос – смоль. Твою мать! Тунцевич! Господин Тунцевич! К вашим услугам! Успокойтесь, Тунцевич, мы не стреляться. А что? Я был секундантом! Дуэй, это святое! Вот помню Сашу! Через весь лес на руках нес. А вы не дурны! Непримиримые враги! Да не враги мы! Враги не мы! Уходим! Умываем руки в твоей или моей крови. Мы будем тихими в разлуке. Мы будем жалкими, как мухи, святыми розками любви. Блин, Ковский, тут все глухо. Пойдем отсюда. Хорошие стихи, проникновенные. Скажите мне, пожалуйста, господин Тунцевич, это не вы ключи от мастерских Спиронова спиздили? Ключи? От рая или ада? Отдал собакам. Пусть охраняет. Я вижу твои мысли. Чую запах войны. А это мой дом. Я его построил. Ты приходи ко мне, когда небеса рухнут на землю. Здесь хватит места на двоих. А ключи я спиздил, блядь, у тети Вали Кирсоновой. Надоел мне этот цирк. Ладно, Колян, давай, отдыхай. А с трансвеститом я уж разберусь. Давай. Песни пел, кто-то стихи писал, кто-то картины, и каждый чего-то такое знал большое об этом мире. Порой ломились в открытую дверь, порой делились цветами. Короче, многих хороших людей я лично знаю. А кто-то в это время делал бомбы. Бомбы. Кто-то в это время делал бомбы. Мои родители были учеными, новаторами. Но люди так жестокие, склонны к насилию. Они выбрали самую доступную жертву для своей работы – меня. Хотели создать сверхчеловек, даже зачали искусственно, как через сито просеяли. В детстве я даже не чихнула ни разу. В 10 лет школу окончила. Я совершенное создание, неопределенного пола. Я здесь, потому что они отказались от меня. Точнее, от своего грандиозного провала. Смутно помню процесс доставки и подключения. Разве ты не чувствуешь фальши? Даже природа и эта река лгут тебе. Твоя вера сильна, и моя госпожа сильнее. Так зачем ты с ней? Она напоминает мне мою мать. Эта рабская привычка неистребима. Значит, все дороги ведут к Вали. Но есть что-то более важное. Противоядие у Вали. Никому, никому не верь. Через час будет сбой в программе. Не забудь посмотреть на небо. Бомбы, а
кто-то в это время делал бомбы. Бомбы. Кто-то в это время делал бомбы. Эй, петушье! Пустите девушку! Черт! Легкой смерти захотел! Легкой не будет! Кукарека, козел! Козлы не кукарека! Эй, чувак! Ну не надо! Ну прости, пошутили и хватит! Бог простит. Ты рано. Не хочу так, не могу больше. Не могу. Хуёво мне, Ковский. Хуёво, Коленька, было мальчику, который родился с головой между ног и с гениталиями вместо головы. Родители научили его ходить на руках и есть ногами. Так что его мужское хозяйство можно было спрятать в штаны. В Третью мировую этот подросший парень уже мог идти в армию. И в первом же бою подорвался на мине. Его разорвало на куски, раскидало по всему полю. Жетон так и не нашли. Но тело собрали и похоронили, как нормального человека. То есть голову положили к шее. И наконец-то он стал таким же, как и все. Но есть что-то более важное. Все мы хотим сбежать отсюда. Уэйн, это святое! Чем ты так себя изложил? Это мой город.
чудес не бывает. Это поганый мир. Непримиримые враги. Никому, никому не верь, никому не верь. Кола. Ключи? Ключи? От рая или ад? Время остановилось. Город неудачников, неудачников. Но чудес не бывает, чудес не бывает. Я вижу твои мысли, чую запах войны. Ты приходи ко мне, ты приходи ко мне. Когда небеса рухнут на землю, здесь хватит места на двоих. Сейчас будет сбой в программе. Не забудь посмотреть на небо. Мои дни закольцованы. Это точка отсчета, когда восходит солнце. Я буду идти вперед, чтобы завершить этот день, чтобы понять все, вернуть ее. Бывают как плети, как длинные крепкие ветви. Мои ноги минуют усталость, помогают плечам оставлять километры, но порой невозможно устоять после доброго слова. Если ты вдруг та самая, как я узнаю. Если ты мои слезы не помнят свободы, я считаю их пропавшими, но они отыскались. 9058, это твоя чертова игра! Тварь, верни мне ее! Верни! Тише, тише, мальчик мой, все в твоих руках. И тень ребенка, у него твое имя. Он сказал мне, но я не запомнил. Если ты вдруг та самая мама и снилась, если ты Ковский, это ты? Это Вика. Мне нужна твоя помощь. Валя видела нас вместе. Мне осталось полчаса. Она сделала со мной то же самое, что сделала с Верой. Я умру без противоядия. И на старом литейном заводе. Я все расскажу тебе. Всю правду. Только спаси меня.
Мое счастье рождается солнцем, но слишком коротки эти минуты между тучей и тучей. Темноглазые дивы Востока тянут за руки в желтые страны. Я родился в болоте. Я скоро вернусь, здесь девочка моя, и мы будем вместе. Востокну, но если ты вдруг то самое солнце не сядет. Ты, Брут. Я все понял. Но у меня есть одно последнее желание перед тем, как вы меня пожрете. Я хочу знать, что здесь происходит. Это чистилище? Я умер? Хорошо, милейший, я расскажу тебе. Сниму грех с души. Программа называется «Фен». Фиктивно-индуктивное невмешательство. Нас выбрали, это плюс. Нас выбрали как подопытных крыс, это минус. Нас посчитали заразными, несущими угрозу, но дело не в этом. Это не Земля, милый друг мой, этого вообще нет. Мы сидим подключенные к забавным приборам, похожим на совдеповские фены. Весь этот город – иллюзия жизни. Люди изумительно точны. Лишь единицы знают правду, ты видишь их перед собой. Парадокс заключается в том, что мы не хотим назад. На Земле мы вне закона. Мы хотим только то, что есть у твоей веры. Способность спокойно перемещаться туда и обратно. Это даст нам неограниченные возможности, свободу и власть. Ну что, не вмещаешь? Вспомни свое прошлое. Оно как в тумане. Сны бесконечные, реальные. Мне плевать на этот бред. Зачем вам моя вера? Циферки, циферки. Это мы их пометили, чтобы не путались. Это, если можно так выразиться, бракованная партия подопытных. Их зачали на Земле, но родились они здесь. Программа не была на это рассчитана. И эти дети выросли со способностью видеть и уметь больше, чем мы. От них мы узнали об ФЕН, и они же сами стали нашим экспериментом. Так почему же кома? Потому что это состояние между жизнью и смертью. Вера – это мост между этим псевдомиром и земным миром настоящим. Твоя вера – это портал. Довольно. Последнее желание выполнено. Теперь сотрите его, он бесполезен. Ну как тебе по ту сторону добра, козел? Заткнись, я хочу жить.
ничего, милейший. Вы все равно воскреснете. Но нас уже не будет в этом аду. Взлетаю и падаю вниз. Останься со мной до рассвета. Взлетаю и падаю вниз. Надеюсь на новое лето, на новое лето. Закрой глаза свои, увидишь небо, утро над рекой. Надежду не дари, седая вечность ждет тебя домой. Знаешь, как пахнет любовь.
звезды и пепел дней, сквозь бурю и огонь любви нет ни слова. Запахи со мной.